Всем привет, дорогие друзья! С вами Денис, и мы сегодня с вами продолжаем играть в Everlasting Summer. И остановились мы на том, что мы, собственно, пережили с вами второй день. Сейчас будет еще, вот это будет большое видео, я думаю, потому что, опять же, я вам напоминаю для тех, кто подписался на канал, чтобы смотреть Everlasting Summer, видео будут выходить по этой игре раз в неделю, они будут такие большие. А в основном я буду играть в Dark Souls, который я еще не прошел. Вот. Ну и так как это самое актуальное видео, которое выходит, Everlasting Summer, потому что у меня, скажем, по Dark Souls еще, по-моему, 5 роликов заранее залито. Поэтому я об этом вам говорю здесь, чтобы вы знали, что как бы Everlasting Summer будет, но чуть пореже. Вот. Ну и давайте продолжим играть, собственно, в эту игру. Вот и сейчас я пытался восстановить картины, которые показывал мне отдыхающий мозг. Но эта часть памяти была пуста. То ли заархивирована, то ли вообще отформатирована. Это мы пытаемся вспомнить, как мы что? Часы показывали 7 утра. Что-то я рано сегодня. Ольга Дмитриевна еще спала, плотно укутавшись в одеяло. И как можно летом в такую жару? Я встал, потянулся, подошел к зеркалу и оглядел себя. Надо побриться. Странное решение. Раньше хватало и пары раз в месяц, а сейчас от моего внешнего вида как будто что-то зависело. Однако бритву я так и не нашел. Хотя зачем? Сейчас я выгляжу от Чивы лет на 17. Ладно. Завтрак не раньше 9, это значит, что еще полно времени, которое можно потратить, например, на утренний мацион и гигиенические процедуры. В этот раз вода не показалась такой леденящей обжигающей, как вчера. Напротив, приятная прохлада придала мне бодрость и помогла быстрее вернуться к реальности, если происходящее можно было считать таковой. Сегодня зубной порошок не казался таким уж анахронизмом, и у меня даже промелькнула мысль, что он не особо отличается от зубной пасты. Когда я вернулся в домик, Ольга Дмитриевна уже проснулась. Она стояла перед зеркалом и расчесывала волосы. Доброе утро, Семен. Доброе. От недосыпа еще немного гудела голова и путались мысли, но я не жалел, что все-таки вылез из кровати, а не остался, как обычно, досыпать дежурные пару-тройку часов. Что-то ты сегодня рано. Так получилось. Опять ты без галстука, давай я. Да, я сам ничего не страшного, когда на завтрак пойду. Я тоже, давай сейчас. На завтрак у нас еще линейка, не забывай. Забудешь тут. А что сегодня на линейке будет? Я расскажу о плане на день. И каков план? По правде говоря, мне было абсолютно плевать, что наша вожатая собирается... Чем наша вожатая собирается занять наш бравый пионер-отряд на ближайшие 12-15 часов. Меня интересовали лишь большие места большого скопления живой силы противника, чтобы обходить их подальше. А это ты узнаешь на линейке. Знаете, у меня что-то живот разболелся, мне бы, ну, вы понимаете. Ладно, если я разок пропущу, ничего страшного, а то будет неприятно, если я прямо там. И откуда у меня столько смелости? У тебя есть еще минут 5? Боюсь, не успею. Давайте вы мне расскажете сейчас. Нет, я постараюсь, но если вдруг... Ладно уж. Сегодня у нас по плану уборка территории, сортировка книг библиотеки, еще кое-что, а вечером танцы. Смотри у меня, чтобы обязательно поучаствовал в жизни в лагере. Ну, пойдем, конечно, в библиотеку. Потому что... Чё, у нас уборка, книжки и танцы. А у нас... Мы можем вместо уборки книжки собирать? Конечно, сейчас мне бы... Иди уже. Я вышел из домика, обошел его и спрятался в кустах, дожидаясь, пока Ольга Дмитриевна уйдет. По правде говоря, у меня не было особых причин так себя вести. Но внутренний голос упорно твердил, что на этой линейке делать нечего. Так, вернулись в домик, когда она ушла. Участвовать в жизни лагеря не планирую. Уборка книги — это совсем не то, что должен заниматься человек в моем положении. Однако уже прошло 2 дня, я ни на йоту не приближусь к загадке. Возможно, отгадка лежит вот в этой оранжевой коробочке. Или в этой баночке. Что это за баночки тут стоят? Все местные обитатели казались всем совершенно нормальными людьми. Они не были замешаны в каких-то тайных заговорах, не сотрудничали с инопланетянами и вряд ли подозревали о провалах во времени. Конечно, каждая, а скорее даже каждая, из них не без странностей, но странности эти не выходили за рамки разумного. Более того, встретив любого из здешних пионеров в своем привычном мире, я бы даже не подумал, что с ними что-то не так. Скорее, они показались бы мне более нормальными, чем даже я сам.
Эта линия рассуждения выглядела весьма логично, нелогично было лишь отсутствие ответов. Обычные люди в необычном месте. Где-то я уже об этом слышал, где-то видел. Десятки пионеров живут привычной жизнью, занимаются привычными делами изо дня в день и даже не подозревают, что мир вокруг них не такой, каким должен быть. Ладно. Это ситуация с их точки зрения. Мне же не знаком только... Не только мир совенок, но и его обитатели, пусть даже по обстоятельствам они ведут себя так, как по идее должны. Сейчас необходимо решать один вопрос. Имеют ли люди здесь какое-то отношение ко всему, что со мной произошло? Но найду ли я ответы у них? Или, может быть, до истины придется докапываться другим путем? Похоже, я несколько переборщил со временем. Обычной толпы голодных пионеров из-за столовой не наблюдалось. Да и внутри было немноголюдно. Пусто. Ага, все уже позавтракали. Меньше народу, больше кислороду. Все правильно. В дальнем углу столовой одиноко сидела Лена и днём ковырял вилкой нечто бесформенное, отдаленно напоминающее кашу. Ага, позавтрака с ней хорошая идея. Ну или хотя бы попытаться. Я уже направил ее в сторону, как меня схватили за рукав. Женя, вчерашняя библиотекарша. Она явно из семьи Тао, потому что, посмотрите, у нее синие волосы и желтые глаза. У Рена Тао, кажется, такие же были волосы и такие же глаза. Возможно, у нее где-то глифа с собой есть в библиотеке, спрятана. И если что, она будет рубить грузовики. Бери завтрак и садись, есть разговор. Че стоишь? Я несколько растерялся. Извини, но не слишком ли это резко? А что такого-то? Бери завтрак и садись. Ну ладно. А, блин, я фиг знает. Ну ладно, давайте не будем. Ну, блин, я не знаю, как бы с Леной договорился, но мы не договорились, но... Ну ей что-то надо от нас? Поможем, чё? Или нет? Ну давай поможем ей. Может она отмажет нас от уборки, и мы сможем библиотеки убирать. Вдруг повезло, значит, что-то новое. Всё-таки она книжный червь. Через минуту я уже сидел напротив Жени, а передо мной на столе стоял поднос с нехитрым набором блюд. Каша овсяная, 2 яйца вареных, хлеб белый, 4 куска, сосиска вареная, 1 штука, компот из непонятного набора фруктов и ягод, 1 стакан. Приятного аппетита! Спасибо. Я решил быть вежливым, а также постараться есть как можно аккуратнее, чавкая, не роняя себе кусочки еды и не обливаясь компот. Так о чем ты хотел поговорить? Сегодня у нас в библиотеке... Да, дальше, слушай, не забудь. А чё? Говорю, не забудь после обеда прийти в библиотеку. Зачем? Ты меня вообще слушал? Нет, честно признался я. Здесь сначала покраснел, потом, кажется, позеленел, а потом я лицо приняло нежно-фиолетовый оттенок. Сегодня, после обеда, в библиотеку. Понял? Хунта проклятая. Хунта? Это еще что за матерное слово такое неведомое? Хотя пионер же не ругается, как я мог забыть. А, да, ой, подождите. Хунта? Что за... Ага. Пионер же не ругается, как я мог забыть. А, да, и, конечно, извини, обязательно приду. Естественно, никуда идти не собирался, но чтобы разговорить человека, неплохо сначала пойти на уступки. Слушай, а какой сейчас год, что ты совсем со счета сбился? Я решил играть в открытый. Зачем, что ли, крыша поехала? Признаться, последние несколько дней, да. Ничего не ответ. Так год какой? Слушай, может тебе в медпункт сказать? Почему? Никто никогда во всех этих сериалах, фильмах, аниме, никто никогда не скажет вам, какой год. Как будто бы вы все должны знать, какой сегодня год. Что если вы забыли? Такое бывает. А вам никто не говорит, и все будут считать вас чокнутым. Нет, в реальности, конечно, вам скажут. А тут никто не скажет. Потому что... Не знаю, и не только это подскажут в медпункте. Направлюсь к выходу. Подожди, ты не доела. А, даже не собиралась оборачиваться. Интересно, есть у них интернет? Откуда? А, окей, нас тут уже заметили, что я уже разговаривал с собой. И он даже просто ушел сразу, ладно. С едой покончено, самое время отправиться на поиски разгадок. На поиски приключений! Так, мы пришли в медпункт. Там мне уж точно делать нечего, хоть медсестра и показалась мне весьма доброжелательной, лучше держаться серьезно. Вот она весьма доброжелательной. Блин, да она в конце оказывается главным злодеем. Нет никакого повода заходить в медпункт, даже самого малюсенького. А, она стояла на крыльце. Да, просто посмотрите на нее, какое тут дружелюбие.
Привет, пионер! Она подошла ближе. Никак заболел, подлечиться пришел. Да нет, я гулял просто. Понятно все с тобой, прогульщик. Ну, раз уж пришел, у меня для тебя есть ответственное поручение. Слишком уж добровольно принудительно прозвучало слово при. Медсестра ехидно улыбнулась. Вы мне поможете составить опись лекарств, которые сегодня привезли? Мы? Кто мы? Привет! Из-за спины медсестры выглянула Лена. Странно, что я ее не заметил. После ужина приходите сюда, я Лене все объяснила, она тебе потом расскажет. Лекарства, значит, привезли сегодня. Но по словам Ольги Дмитриевны, автобуса не будет еще несколько дней, а лекарства возят на грузовике. Получается, сегодня кто-то приезжал в лагерь? Да, с утра из райцентра. А что? Нет, ничего просто. Вот и славно, пионер. Значит, вечером после ужина сразу же надо запомнить. Может быть, я все это время совсем не замечал Лену. Действительно, ее навыкам маскировки позавидовал бы и опытный спецназовец. Я одна могла бы справиться. Там много, несколько коробок. Ты что? Тем более, пионер всегда готов. Так, пионер? Хорошо, я приду. Подлинное лицо. Вот и славно. Так и должен отвечать настоящий пионер. Даже после этих слов я вряд ли стал больше соответствовать лозунгу «Будь готов, всегда готов». Тогда можете идти. Я перевел взгляд на Лену, которая все так же смотрела себе под ноги. Наверное, за все время, что она разглядывает землю, можно неплохо изучить жизнь и повадки различных насекомых. Прибавить к этому, что Лена любит читать и наверняка прочитала много книг по биологии, ботанике, а еще прибавить, что она боится насекомых. Может, она хочет стать энтомологом? Серьезно, да? Люди смотрят вниз и читают книги, это энтомологи. Наверное. Так куда ты дальше? Слова Лены отвлекли меня от этих непонятных мыслей. Так, мы вышли на площадь. Впрочем, что здесь неловко. Только ты не забудь, хорошо? Не забыть чего? Ну как же, вечером, после ужина, медпункт. На ее лице промелькнуло тень недовольства. Да нет, не может такого быть. Конечно, конечно, сразу после ужина я вещь в твоем распоряжении. Ага, она еще больше покраснела. Надо было как-то разрядить создавшееся напряжение. А почему мне сестра именно тебя попросила? Не знаю. Я просто сидел на лавочке, читал книжку, она подошла и... Как умно с ее стороны обратиться к человеку, который точно не откажет. Ясно. Ладно, тогда после ужина. Хорошо. Я пойду тогда. Да, конечно. Она направилась куда-то в сторону кружков, а я еще некоторое время просто стоял на площади. И что дальше? Я решил зайти недолго домой, чтобы забрать мобильник. Неизвестно, куда мне еще сегодня занесет, а время знать нужно всегда. Хотя не проще ли завести часы? В обычный фоновый шум пионерлагеря закралась какая-то новая мелодия. Я прислушался. Похоже на электрогитару. Три повторяющихся аккорда, не более того. Однако эта мелодия казалась какой-то теплой. Хотя откуда тут такая роскошь, как усилитель? Так, со стороны сцены. Интересно, кто бы это мог быть? Давайте посмотрим. Я видел на сцене Алису, выйдя к концу. Ой, нет, сейчас окажется, что такая тема, типа, девочка вся отдалась музыке, глаза закрыты, одну ногу она поставила на колонку, и всем телом покачивалась так. Мелодию я узнать не смог, хотя был точно уверен, что слышу ее раньше. Что-то из советского рока, наверное. Ну-ка, дайте послушаем. Не знаю. Навскидку я бы... Просто у меня один наушник открыт, чтобы я слышал. Навскидку я бы, конечно, смог пересчитать десяток названий групп этого жанра, но в их творчестве это плохо. На слух песня казалось, что удивление простой, буквально три аккорда. Возможно, даже я, немного потренировавшись, смог бы ее сыграть. Интересно, где Алиса научилась играть? В советское время подобная музыка не пользовалась уважением. Будущая рок-звезда меня не замечала. Она словно пыталась слиться с музыкой, стать каждой нотой, каждым квадратом, каждой триолью. Сразу вспомнились рок-герои 80-х, многие из них также сильно отдавались музыке. Ага, что-то у меня на заднем фоне скрипит, то есть у меня в комнате. Взяв несколько последних аккордов, Алиса посмотрела в мою сторону. Понравилось? Кажется, она совсем не удивилась мне. Да, весьма неплохо. Как будто можешь лучше. Алиса хитро улыбнулась. Я не говорю, что могу лучше, я в музыке не спец. Кто бы сомневался.
Такие дела. Я не знал, о чем с ней говорить дальше, уже собирался уходить. Подожди, что? Слышал про вечернюю дискотеку? А, черт, я так и думал, что сейчас будет такой вот выбор. Ах, и мы уже с Леной пообещали, короче, пойти, так что не получится. Я думал, что просто танцы. Дискотека, танцы, какая разница? Она нахмурилась. Слышала, что? Собираешься идти? Бросил лицо, она отвернулась. Я пока не решил, а ты? Что там делать-то? Смотреть на толпу дебилов? В мозгах Алисы и была доля правды, но такое наигранное пренебрежение меня удивило. Ясно, что ей не нравится ни дискотека как таковая. А почему? Что почему? Ну, почему ты не хочешь идти? Дискотека — это же весело. Ты так считаешь? В ее голосе промелькнуло раздражение. Не знаю, но я думал, что для тебя. Никогда их не любила. Перебила она меня. Совершенно там нечего делать. Ясно. И чем планируешь заняться тогда? Спросил я для поддержания разговора. Буду репетировать дальше. А что ты репетируешь? Песню, придурок! Ты же слышал? А, совсем вышел из себя, ну да, это видно. И пришлось бы спасаться бегством. А чья это песня? Моя! Сама придумала? Сама! Круто! В воздухе повисло неловкое молчание. Ладно, тогда. Не хочешь послушать? Я, кажется, уже слышал. Я не про это. Она дула губы. Целиком, это же только пробная репетиция была. А, ну давай, играй. Сейчас не хочу. Тогда не играй. Я уже не знаю, чего он от меня добивается. Значит, не хочешь. Похоже, я ее раз... Вот серьезно, да? После такого логично было бы ожидать удара гитары в опыль. В смысле? Как так? Сделала обиженное лицо. Я же говорю, хочу. Тогда приходи сюда вечером. Я... Ах, блин, ну вот видите, ну и все. Короче, профукали мы концовку с Алисой. Наверняка это было... главный ивент. Ну, потому что мы же не можем сейчас вот кинуть. Как трогательно. Вечером же танцы. Ты же сказал, что не пойдешь. Я такого не говорил. Хотя, признаться, идти мне действительно не хотелось, но без крайней веской причины с 2Ч лучше не связываться. Ольга Дмитриевна не поймет. Да плевать на нее! Сказала Алиса в сердцах. Я не могу вечером прийти, ну блин. Или нет, или это другое вечером. Когда именно вечером? Ах, блин, я фиг знаю. Нет, наверное, мы все-таки в библиотеку уже пошли, мы там договорились, так что извини. Такое развитие событий никак не входило. Да и надо больно. Она без... Ну и все, ну... Ага, и обед начался. Ну, короче, мы, блин, профукали концовку, которую я хотел. Ну и забить просто. Я посмотрел в сторону столовой. Пожалуй, же действительно пора. Голод не тетка. Обернувшись в сторону сцены, я хотел позвать Алису с собой, но она как сквозь землю провалилась. Знать, когда вовремя уйти, должен любой музыкант. Пробурчал я себе под нос. Кто шагает дружно в ряд? Пионерский наш отряд. Дружно в лагере Совенок пионеры шагали в основном в столовую. А ведь так хотелось занять место, где меня никто не беспокоил, как в прошлые разы. Просто спокойно поесть. А для этого надо прийти хотя бы не последним. Но, похоже, события здесь происходят вне зависимости от моих желаний. Столовая была битком. На входе стояла Ольга Дмитриевна. Ну что, Семён, как сегодня потрудился? Ну, никак. Неплохо. Молодец, молодец, то ли еще будет. Да уж. Ладно, садись к девочкам. А, за этим столиком сидели Славя, Ульяна и Лена. Неплохая компания, по крайней мере, не самая плохая. Я взял обед и подошел к ним. Не возражаете, если я присяду? Мои слова прозвучали несколько наигранно, так как садиться все равно больше некуда. Да, конечно. Будь любезен. Лена промолчала. Сегодня обед состоял из борща, мяса птицы, с картошкой жареной и традиционного компота. С каждым разом еда здесь нравилась мне все больше. Наверное, я просто понял, что убирать особо нечего, а в таком случае нечего жаловаться на то, что есть. Благо, есть что есть. Пойдешь сегодня на танцы? Не знаю. Пойдет, куда он денется, радостно вставила Лена. Ты-то точно пойдешь? Конечно, не упущу. Случай, посмотри, как ты опростоволочишься. Дай на свои волосы посмотри. Опал в точку, поэтому я не решу не отвечать. А ты? Спросила Лена. Да. Я не понял, а как насчет библиотеки? Я сейчас с Алисой зря отказал? Значит, тебе тоже стоит пойти. Слава Сон не оставляю. Не забудь фраг надеть. Громко рассмеялся. Блин, мне действительно нечего надеть. Мой гардероб состоял из пионерской формы и зимней одежды, которая даже вечером показывается вряд ли уместной. Ты-то в чем пойдешь, мостовик-затейник? Секрет.
Платится, как на детском утреннике, небось? Ульяна покраснела от злости. Похоже, я смог ее задеть. Нет, костюм химзащиты. Специально, чтобы от тебя не заразиться. И чем ты планируешь от меня заразиться, интересно? Ребята, хватит, не ссорьтесь. Слабоумием, конечно же. Похоже, Ульяна была опять очень довольна своим, на ее взгляд, искрометным ответом. Знаешь, если ты уже болеешь гриппом, то простудиться не получится. В эту игру могут играть двое. Это ты на что намекаешь? Да, ни на что. Я хитро отвел взгляд. То есть ты хочешь сказать... Я ничего не хочу сказать. Ребята, если в разговор вмешалась даже Лена, то значит дело правда начало принимать плохой оборот. Ты допросишься? Чего? Что-то поумнеешь, наконец? Вместо ответа Ульяна взяла свою тарелку борща и опрокинула мне на голову. Эндшпиль, закончившийся неожиданным финалом. Ах ты маленькая... Она и свалила, конечно. А мы ее поймали на этот раз. Ну а дальше что, не головой же об стол? Немая сцена продолжалась несколько секунд. А вдруг Ульяна ловко схватила компот и плеснула мне в лицо. От неожиданности я отпустил ее руку. Она побежала куда-то в сторону буфета, а я за ней. Опрокинутые столы, гора разбитой посуды, 5 раз степени покалеченных пионеров и полное изнеможение обеих сторон. Ничья. Боевая ничья. Слишком боевая ничья. Мы стояли друг напротив друга и тяжело дышали. Больше не будешь так? А ты? Сзади к нам не зовет позвало время. Действительно, такой погром не мог пройти без последствий. Ну что, довольна собой? Ее голос звучал спокойно, я был уверен, что она вот тут готова взорваться. И кто все это должен убирать теперь? Так и произошло. Кто, я спрашиваю? Кто? Он! Совершенно невозмутимо ответил Ульяна. Она! Менее уверенно возразил я. Оба! Поставил жирную точку, мне успешно надо. Вообще, я не был уверен, что моя доля вины в случившемся больше. Однако Ульянка, кажется, вовсе не считала себя виноватой. Вот еще. Не буду ничего убирать. Это он еще. Все начал. Он. Вот и нет. Вот и да. Я не собираюсь разбираться в этих глупостях. Семен, иди возьми швабру, совочек, тряпку и так далее в кладовке. А ты? Она посмотрела на Ульяну таким взглядом, что мне стало жалко. Ты! Немедленно начинай собирать разбитую посуду. Че, голыми руками, что ли? Тоже. От тебя одни проблемы. Сколько раз я тебе говорила? Я решил не заслушать и пошел в кладовку. А почему бы не сбежать? Блин, ну фиг знает. Я ни в чем не виноват. Может, конечно, образцовый пионер не про меня, но по сравнению с Ульяной, в любом случае, все спишут на нее. Ой. Тем более заняться мне больше нечем, как убираться тут. А! Тем более заняться мне больше нечем, как убираться тут. Надо искать ответы. Истина где-то там, пронеслось у меня в голове. Останемся. Нет, сбежать нехорошо. Меня уже поймали, а потом не хотелось. И все такое, я тоже виноват. Конечно, все из-за нее, но если бы что, я бы нет. Наверное, да. Хорошо. Открыв шкаф, я взял метлу, швабру и совок. Ольга Дмитриевна уже не была рядом с Ульяной. Она ушла? Как видишь. Выглядела расстроена, весь ее детский задор куда-то исчез. Ладно, подожди, сначала пойду отмоюсь. Я брошу на нее злобный взгляд и направился к выходу. Смыв себя та-та-та, придется убираться. Это все из-за тебя. Конечно, я всем виноват. Я же у нас местное стихийное бедствие. Помолчи уж. Странно, что она не отлынивает от уборки. Она могла спокойно оставить меня одного и убежать, но почему-то напротив старательно собирала осколки тарелок, мыла пол, поднимала стулья и столы. Она делала все так быстро, что я еле успел за ней. Что-то ты чересчур стараешься. А чтобы побыстрее закончить, дурень. Голос ее звучал все так же недовольно. Слушай, ну ты же понимаешь, что нельзя себя так вести, по крайней мере доводить до подобного. Я решил попробовать провести с ней нечто вроде воспитательной беседы. А я ничего такого и не делала. Это же ты меня ребенком обозвал. Ульяна взяла ведро с тряпкой и ушла в дальний конец столовой. Похоже, обиделась. Окинув взглядом гору битой посуды, я понял, что дело мы действительно творили. Хотя бы ложки и вилки металлические, если что, будет чем есть. Но вот только из чего? Слушай. Крикнул мне Ульяна, подошел поближе. А почему ты меня так не любишь? Ее лицо стало настолько серьезным, что я уже был готов поверить, это не просто очередной розыгрыш. Почему ты так решила? Не знаю, поэтому и спрашиваю. Я тебя не люблю.
Просто иногда ты себя так ведешь, ну, сама знаешь. Это было чистейшее правдой. Как? Не знаю. Она подняла на меня полный любопытства глаза. Ну, зачем, скажем, было обливать меня компотом? Так ты же сам напросился. Наконец-то. Впервые за все время уборки она улыбнулась. Да, точно. Я глубоко вздохнул. Ну и какой реакции ты тогда ждешь от окружающих? Никакой. Ехидно ответила она. В разговоре была поставлена жирная точка. Нам понадобилось несколько часов, чтобы навести в столовую марафет. Несколько часов, господи. Ага, так, все мы сделали тут. Рядом с буфетом мы отдыхали. Видишь, сколько придется потратить силы за одной глупой выходки. А я совсем не устала. Пост, струящий по ее лицу, говорил об обратном. Что ж, я рад за тебя. Чем займемся дальше? Ты не знаю, а я пойду. Нет, еще не все, ты должен... Она замялась. Мне еще помочь? Придумаешь очередную глупость? Точно. Она широко улыбнулась. Тут я тебе не помощник, мне на сегодня одного наказания уже хватит. А давай так, если ты поможешь мне сейчас, я больше не буду на тебя прикалываться. Варя, конечно, выглядел заманчиво, но я ни секунды не верил в честность Ульяны. Хотя ради интереса можно было и спросить. И в чем состоит твой хитрый план? Давай украдем конфеты. Что? Что-то такого и стоило ждать, конфеты детям. Сейчас как раз повариха пойдет мусор выбрасывать, так что нас никто не заметит. Я в этом участвовать не буду. Ну и ладно, она фыркнула и отвернулась. Тогда я сама. Она просто, наверное, не достает. И тебя я не... Я не успел закончить фразу, она уже ловко перепрыгнула через буфет, подошла к шкафу и начала рыться там. Да подожди ты, мало тебе что ли проблем? Она не отвечала. За такое тебя не просто убираться заставят. Закрыла шкаф. В ее руках я видел большой пакет с конфетами. А ну положи на место. Она показала мне язык и выбежала через дальний дверь. Этого нельзя было просто так оставлять, я метнулся за ней. У нее была приличная фора, но я вложил в погоню все силы. Второй раз я ей не проиграю. Мы пробежали по площади. Свернули к зданию музыкального кружка. И выбежали на лесную тропинку. Я уже почти догнал Ульяну, как вдруг она остановилась. У меня же так резко затормозить не получилось, я сбил ее с ног. Мы повалились на траву. «Догнал!» — победно закричал я. «И ничего не догнал!» — смущенно ответила она. Она лежала подо мной. Ее лицо совсем рядом с моим. Я чувствовал прерывистое дыхание и жар тела. Конечно, сейчас она еще ребенок, но скоро станет женщиной. Все это меня сильно смутило. «Насиловать будешь?» Немного придав себя, сказала она. «А ты хочешь? Что?» Все-таки в данной ситуации это было больше детской игрой. «А то!» — она хитро улыбнулась и тихо хрюкнула. Или мне просто показалось. Вот я что-то не очень. Ну и ладно. Больно укусило меня за нос. Неужели я пристал? Она отбежала. Смотри, потом пожалеешь. Она громко засмеялась и скрылась в лесу. Пакет с конфетами остался лежать на земле рядом со мной. Интересно, она специально их бросила? Время ближалось к ужину, так что нужно было поскорее вернуть конфеты. И очень желательно остаться незамеченным. Конечно, я объясню всю ситуацию, что их украла Ульяна, но кто мне поверит? Так а смысл тебе воровать, а потом возвращать их? На входе в столовую она мне ждала. Молодец, Семен! Это вы про что? Пакет с конфетами я прятал за спиной. Он был прозрачным, да и таких размеров, что в карман не запихнешь. Я про уборку. Все чисто и аккуратно. А, да. А Ульяна где? Я бы и сам хотел знать. Она скоро придет. Хорошо, ну иди ужинать тогда. Как вернуть пакет так, чтобы меня не заметили, я представить не мог. Конечно, можно вечером, но сейчас-то мне его куда девать? Семен! Я обернулся. Передо мной стояла Славя. Ой, а что это у тебя? Она посмотрела на пакет, который я не успел спрятать за спину. Раскрыт, разоблачен, опозорен и раздавлен. Это конфеты. Откуда? Украл откуда? Ульяна отдала. Понятно, значит она опять за свое. Опять? Ну она уже не в первый раз ворует конфеты. И почему я не удивлен? Давай я их отнесу. Спасибо. Слава в очередной раз спасла меня. Она взяла пакет и направилась к буфету. У меня не было никакого желания слушать, что она будет говорить, отдавая конфет, так что я стал быстро бегать глазами по столовой в поисках места. Похоже, мне предстояло ужинать с Электроником и Шуриком. Сесть все равно было больше негде. Приветствую, господа. Как я общался с ними, у меня то и дело возникало желание подколоть или сказать что-нибудь забавное и смешное. Может, в моем положении вести себя так несколько рискованно, но братья Электроника служили для меня источником позитива. Как ваши дела? Неплохо, а твои? С переменным успехом. Что-то случилось?
Да много всего случилось. Расскажешь? Как-нибудь в другой раз. Как хочешь. Он развел руками. После ужина танцы. Хихикнул. Я в курсе. Кого бы ты хотел пригласить? Не думал еще об этом. А ты? Я... Кажется, он не ожидал такого вопроса. Ульяну, она обрадуется. Ну уж нет. Неистово замахал руками. А ты, Шурик, пригласи Алису. Я, пожалуй, воздержу. У этого парня вообще спрайтов нет. Он выглядел спокойнее своего товарища. Ну ладно вам, ребят, вечер будет. И вообще, у нас еще дела. Нам нужно работу доделывать. Робота, работу доделывать. Отличная идея. Пригласить робота, он у нас умеет танцевать? Он еще даже не ходит. Шурик, кажется, не понял прикола. А что, будет прекрасная демонстрация наших достижений перед всем лагерем. И что мы покажем? Тут ты прав. Они оба расстроенно уткнулись в тарелке. Да, возможно, были бы какие-нибудь диалоги, если бы я по-другому поступил где-то. Ужин закончился, так. А вы как на бал оденетесь? Нам особо нечего, так и пойдем. Он показал на пионерскую форму. Кажется, их совсем не волнует внешний вид. Что же я тогда беспокоюсь? В зимней одежде все равно идти не вариант, так что пойду как есть. И во сколько начало? После 9? Ясно. Я вышел из столовой и полной грудью вдохнул свежий воздух. Мне сразу вспомнились те редкие дискотеки, на которых приходилось бывать еще в школе. Неуверенность, стеснение и даже страх. Я не умел танцевать, не знаю, как правильно реагировать, если пригласят меня, а сам кого-то приглашать не осмелился. В общем, чувствовал себя там крайне неуютно. Тем неприятнее было мне смотреть на чужое веселье. Нет, это не зависть, скорее удивление от того, что люди могут получать удовольствие от чего-то совершенно мне непонятного. Я прикинул, что до начала дискотеки еще порядком времени, и решил немного поспать, чтобы вечером быть свежим. Зайдя в домик вожатый, я плюхнулся на кровать. Как ни странно, я проснулся вовремя даже без будильника. На часах было ровно 9 вечера. Такое со мной случалось редко. Впрочем, чувствовал себя помятым. Наверное, все же не стоило спать днем. Похоже, придется идти. Через пару минут я уже стоял на площади. Так, около памятника диджейский пульт на дереве. Такая типичная колхозная дискотека. Пионеров собралось довольно много, но никого из знакомых я не заметил, поэтому сел на лавочку и принялся ждать. В конце концов, не обязательно и танцевать. Может быть, мне удастся посидеть и мимо пообщаться с кем-нибудь. Че грустишь? Ульяна. А че предложишь? Пойдем танцевать. Рано еще. Даже музыка не играет. Какой ты скучный. Для такого мероприятия я точно не самый веселый. Она бежала. Она таки надела что-то наподобие вечернего платья. Привет. Славя, привет. Она присела рядом. Как тебе вечер? Нормально. Че ты такой грустный? Да ничего. Ладно, потанцуешь, развеселишься. Наверное. Не забудь один танец и для меня оставить. Она засмеялась и побежала к музыкальной аппаратуре. Просто чудес не получится. Привет. Ко мне подошла Лена. Ой, привет, и ты тут? Хотя чего удивительного? Да, ясно. Зажжешь сегодняшний вечер? Острота прозвучала неумело. Лена покраснела и опустила глаза. Ладно, может, ты прав, не стоит, а то все сгорим тут. Ладно, тогда я... Ага. Она ушла. Ну и Алисы тут нет. Похоже, весь лагерь собрался на площади. Пионеры стояли большими группами, о чем-то разговаривали и смеялись. Ульяна громко спорила насчет музыки с Ольгой Дмитриевной, и вот момент настал. Пластинка закрутилась. Что это была за группа и песня, я не знал, но термин «классика советская эстрада», на мой взгляд, подходил для них как нельзя лучше. Пионеры некоторое время простояли. Всегда трудно сделать первый шаг, особенно когда уверен, что кроме тебя никто не собирается. Но Ульяна, похоже, не знала этой простой истины. Она выбежала на середину площади и закричала. «Чё стоим?» И начала нелепо кривляться. Именно кривляться. Другое слово сложно подобрать. Это выглядело настолько глупо и забавно, что я не удержался и засмеялся. Она заметила. «Эй, Семён!» Я заявил, что не слышу. «Не притворяйся! Иди сюда!» Я продолжал игнорировать её. Пионеры потихоньку поняли, что от них требуется, и опустились в пляс. Это выглядело глупо, трясти руками под забавные шлягеры. Под забытые шлягеры, увольте. Конечно, танцевать я не умел, но и танцем это назвать сложно. Семён, чё сидишь? Потанцевать не хочешь? Я был так увлечен своими мыслями, что не заметил Славю. Да, чё-то не хочется. Точно? Она улыбнулась. Попозже, может быть. Чёрт, да что я вообще здесь делаю? Еще одно приглашение. Но танец окончательно поставил бы крест на моем самолюбии. Я начал придумывать удобный предлог, чтобы уйти и выбирать для этого подходящий момент, как вдруг увидел Лену. Она медленно шла в мою сторону. Может, пойдем? Куда? Я был так увлечен, что не понял, о чем она. В медпункт. А, да, медпункт. Мы лекарства эти.
Сортируем, я забыл. Я думал, мы книги сортируем. Да. Хорошо. Нет, пожалуй, воздержусь. Пойдем. Не придется стоять тут, как бедный родственник. Не очень комфортно сидеть в углу, да, слон в посудной лавке, может быть, куда более ловким членом в этом флаве, это название, сейчас у меня не было. Ладно, даже выбрать нам не дали, впрочем. Ну что, пойдем в медпункт, где она вывела меня из раздумий. Мы уже некоторое время просто молча стояли возле столовой. Да, конечно, спасибо тебе. За что? А посмотрела на меня с удивлением. Ну, за то, что забрала меня. Может быть, не стоило говорить ей о том, но... О том, что танцы не мой конек. А, то там, знаешь, так скучно. Ты любишь танцевать, наверное? На ее искреннем, немного даже детском лице не промелькнуло и тени сарказма. Она, похоже, действительно не понимала. Да, совсем не люблю, не мое это как-то. Я тоже. Меня никто никогда не приглашает. Сказав это, она покраснела и привычно уставила себе под ноги. Странно? Что странно? Ну, что тебя не приглашают. Ты так думаешь? Она опять посмотрела на меня взглядом, полным искреннего непонимания и удивления. Я смутился и не сразу нашел, что ответить. Ну да, конечно. Если бы я любил танцевать, то обязательно бы тебя пригласил. Спасибо. Остальную часть пути мы шли молча. Лена, очевидно, слишком смутилась от моего неумелого комплимента, а я просто не знал, что сказать, какую тему придумать для разговора. Да, здание было жутким, мне вдруг захотелось развернуться и медленно, не создавая лишнего шума, уйти отсюда. Я украдкой бросил взгляд на Лену и отметил, что она выглядит как-то... Что она выглядит как обычно, застенчивая, скромная, уверенная, но никак не испуганной. Тем больше мне стало не по себе. Да как это так? Она не боится, а я... Уханье совы, о чем меня буквально передернуло. Она не обращала внимания, либо ей вообще не страшно было, и она вообще терминатор. Или нет. В третий вариант перевел с трудом, но и спрашивает, чтобы не выдать свой испуг. А, кстати, где Мику? Почему ее не было на дискотеке? Включил свет, ой. А медсестра, похоже, позже придет, да? Она не придет. Не придет, ясно, ну ладно, хотя подождите. Не придет? А, ясно. Не то чтобы я оставался, боялся оставаться с Леной один на один в закрытом помещении ночью и поблизости ни души. Нет, в таких ситуациях что-то случается только в фильмах или там в сериалах всяких. Просто мной была именно Лена, а не, скажем, Ульяна или Славя. И это серьезно меняло мое отношение к происходящему. Вот эти коробки. Она показала на груду коробок, сваленных как попало. Их там было по меньшей мере с дюжину. За 10 минут не управится. Ага. Только бинты, огромное количество небольших упаковочек за бинтами. Вот, возьми. Листочек бумаги. Там было несколько граф, я быстро разобрал, что ли, наименование, среднюю артикул, если есть оправу количества. Ну, не база данных, конечно, тоже сойдет. Работа закипела. Семен. Что? Нет, ничего. Мне было буквально физически тяжело все время сидеть молча. Однако и заговорить первым я не решался, потому что не только не мог придумать подходящие темы, но и банально стеснялся, так как смутить эту девочку, казалось, могу вообще все что угодно. Семен, да? Ты их по второму кругу считаешь? И действительно, я начал вынимать из коробки и заносить базу данных те бинты, которые уже посчитал. Ой, прости, ничего не ответил. Слушай, а ты откуда? Ну, то есть откуда приехал? В смысле, где родилась, точнее, где живешь? Ну, я... Тут городок рядом есть. Тут рядом это где? Тут, видно, она не очень хотела об этом говорить. Неужели она что-то скрывает? А, если в случае с Ольгой Дмитриевной это было хоть как-то объяснимо, то Лена... Нет, совсем на нее не похоже. Это секрет? Нет, что ты. Просто... То есть тоже где-то на юге. Наверное, можно было придумать что-нибудь пооригинальнее. Тем более у меня по жизни все экспромты выходят не очень, а вот с попытки поиграть шпионов и того хуже. И юг я вспомнил только потому, что из всех пионерлагерей Советского Союза мне пришел только в голову именно Артек. Да. Лена ответила не сразу. Я не мог точно понять, врет она или нет. А тебе здесь что, не нравится? Интересно, как она из моих слов сделала такой вывод. Нет, что ты, конечно, нравится. А тебе? Да. Тут спокойно, в библиотеке много книг. И люди здесь хорошие. Хорошие, да не все. Почему? Я думал, что последнее предложение сказал про себя. Оказалось, что нет. Ну, как бы сказать. Возьми Ульяну, батарейка Energize, которая смещенной точкой приложения силы. Батарейка, что? Может быть, меня правда забросили назад во времени. Неважно. Или Алиса, пионер, всем ребятам пример. Этот лозунг явно не про нее. Если все будут брать пример с Алис, то лет через 20 такое в стране будет. Хотя на момент начала 21 века, что все брали пример именно с Алисы. На самом деле она не такая. Не такая, это какая? Не такая, как ты о ней говоришь. Начнем с того, что я еще ничего не сказал.
просто констатировал факт, что она явно не является примером для подражания. Ну, может быть. Получается, ты ее хорошо знаешь? Наверное. А просто я задал вопрос, чтобы разговор, но такого ответа явно не ожидал. Они были настолько не похожи, что возможность того, что они могут быть близко знакомы, просто не укладывалась в голове. Мы из одного города. Она как будто предугадала мой вопрос. У нас общие друзья, хоть Алиса и на год старше. Но это немного странно. То есть, не так, я просто удивлюсь. Все удивляются. Я взял вторую коробку. Анальгин, активировал уголь, анальгин, активировал физраствор, марганцовка, фуллицилин, анальгин. И он постоянно выражался односложно. Как выстрелить с ней диалог, если каждый наш разговор через пару предложений скатывается в монолог, а намного чаще в неловкое молчание. Такое положение вещей меня никак не устраивало. Иногда даже казалось, что за маской стеснительности и застенчивости она что-то скрывает. Но что? Знаешь, я тут книжку недавно прочитал. Ты любишь фантастику? Не очень. Черт, очередной промах. Ну, раз не любишь, какие вообще книги тебе нравятся? Разные. Разговор явно не клеился, и надо было как-то спасать ситуацию. Не знаю почему, но я опять вспомнил про танцы. Чувство неловкости, неудобства и даже какой-то степени стыда вновь охватило меня. Наверное, я не сильно отличаюсь от Лены в подобных вещах. Тоже боюсь и стесняюсь всего, что не умею, не понимаю. Возможно, стоит сначала самому преодолеть свои страхи. И это поможет мне лучше понять ее. Я решился. У нас осталось еще пара коробок. Да. Слушай, у меня идея возникла. Может быть, когда закончим, пойдем в столовую? Мне кажется, магнитофон постанцев отнесли как раз туда. И чего ему делать в столовой? Я замялся. Зачем? И ее искренний взгляд явно давал понять, что он даже не доказывается в том, что я хочу ей предложить. Ну, честно говоря, я не умею танцевать, поэтому не люблю. И потом мне там так неудобно было. Может, я бы смог тебя отблагодарить, потанцевал с тобой. Но я... Она на мгновение перестала перекладывать лекарства, покраснела и посмотрела мне прямо в глаза. Я смутился. Действительно, это была глупая затея. Ну, если ты не хочешь, конечно, я же не настаиваю. А если нас кто-то увидит? Эта мысль мне в голову не пришла. С одной стороны, ничего такого. С другой... Да все спят уже давно. Тем более, кто ночью пойдет в столовую? А как мы туда попадем? Об этом стоило подумать заранее. У меня ключи, кажется, нет. Да, у меня были ключи, но... КГ, это 5, автор Жо... А, это уже было тут. Хорошо. Вот секунду, я сильно пожалел о том, что так и не забрал мобильник из домика вожатой. В любом случае, надо было что-то сказать, как-то сменить неудобную тему разговора. А какая музыка тебе нравится? Разная. Я ей не особо увлекаюсь. Давай тогда представим, что она играет. Ну, то есть, что ты, мы ее слышим. Как это? Как будто она у тебя в голове играет. Я довольно точно свою мелодию, под которую танцевали пионеры. Своя музыка хорошо врезалась в память. Не уверен, что у меня получится. Но можно же попробовать. Наверное. Согласие было получено. Даже это, наверное, в случае с Леной можно было рассматривать когда. Все оставшееся время мы молча рассортировали лекарства, записывали их название и количество. После такой удачи стоило еще внимательнее относиться к каждому сказанному слову. Впрочем, я все равно большую часть времени молчал. Вскоре с последней коробкой было покончено. Протянув полностью исписанный листок Лене, я уставился на нее, как будто увидел снежного человека на одноколесном велосипеде, жонглирующего поросятами. Удивительно и страшно, а главное завораживает. Вдруг она засмеялась. Что? У тебя такое выражение. Какое? Забавное. Да? Ага, так куда пойдем? Куда? Ее последние слова несколько выбили меня из колеи, и я совсем забыл, о чем мы говорили до этого. Да честно признаться, я вообще на минуту выпал из реальности. Ну как же, танцы? Лена мгновенно покраснела, а на ее лице появилось стандартное выражение застенчивости, стеснительности и испуга. А, да, прости, я задумался просто. Пойдем на пристань. Не знаю, почему выбрал именно это место. Может быть, потому что на шального пионера ночью можно было бы наткнуться на площади, в своем квартале, да хоть у столовой, но никак не на пристани. По крайней мере, так оказалось. А может, просто ночью огромная яркая луна красиво отражалась в воде. К тому же, не полнолуние. В общем, не знаю, но решение пришло само собой. И если тебе не нравится, мы можем... Нет, хорошо, отличное место. Лена закрыла дверь на ключ, и мы направились к пристани. На лагерь опустилась ночь, он спал. Пойдем по дорожке? Зачем? Через лес же быстрее, там есть тропинка. Там темно. Боишься? Ну, не то чтобы. Если хочешь, ладно. Только можно... Аня закончила фразу и взяла меня под руку. Можно так? Тут настала моя очередь краснеть. Конечно. Мы шли через лес. Блин, почему у него никогда есть лица? Нет, нет лица никогда.
Хотя лесом это сложно назвать. Скорее небольшой пролесок между лагерем и пристанью. В длину всего каких-то несколько сот метров. Будь я один, я бы никогда не подумал, что здесь можно чего-то испугаться. Однако сейчас страх как будто передавался от Лены ко мне. Над нами заколыхались ветви деревьев. Я невольно вздрогнул, а Лен тотчас же еще сильнее вцепилась в мою руку. Не бойся, это белка, наверное, прибежала. Ага. Мы вышли на пристань. Ночь была поистине прекрасна. Я подошел ближе к реке и позвал Лену. Смотри. Так, отражение. Казалось, что это какой-то другой мир, а водная гладь, дверь зазеркалье. Да, это, возможно, это проход к в Дранглик. Блин, как просто. Если вы не понимаете о чем, то можете посмотреть первую серию по Dark Souls 2, там вход в заброшенное королевство был через, короче, отражение в воде. Прыгни, оказывайся по ту сторону. Именно так и сделал герой, которым мы играем. Позвольте пригласить вас на танец. Я подал ей руку и неумело поклонился. Лена стояла в нерешительности. Наверное, с манерой все я переборщил. Не бойся, я тоже не умею. И почему тоже? Она же не говорила, что не умеет танцевать, хотя это и было очевидно. Хорошо. Лена подала мне свою руку, я отвел ее в сторону и нежно приобнял девочку за талию. Мы просто стояли в таком положении несколько секунд. А дальше что? Ну, я не знаю. Ты же помнишь ту песню? С трудом, но помню. Вот и отлично, давай как в фильмах вальсировать. А как это? Вместо ответа я начал очень медленно и осторожно описывать вместе с Леной нечто наподобие круга. Вот видишь, не так уж и сложно. Ага. Несколько минут мы кружились в танце. Или как это еще можно было назвать? Я чувствовал тепло, хотя мы и не были очень уж близко. Ее грудь учащенно вздымалась, а лицо все больше краснело. Лен не смотрела на меня, отводя взгляд то в одну, то в другую сторону. Внезапно я ощутил, что никогда еще не чувствовал ничего подобного. Нежность, затмевающая с собой реальность, словно пробка в какой-то другой лучший мир. Я понял, что не хочу отпускать эту девочку, и это было все, чтобы кружиться с ней вместе в этом танце бесконечно. Я прижал Лену поближе к себе, и только тогда она впервые посмотрела на меня. В ее глазах читалось удивление, растерянность, но не испуг. Она не боялась и не оттолкнула меня. А ты говорил, что не умеешь танцевать. Так я и не умею. Я растерялся. От Лены можно было ждать какой угодно реакции, но только не этого. Неужели ее стеснение куда-то само собой исчезло, смущение прошло, а вечный испуг улетучился? Ты тоже неплохо танцуешь. А я знаю. На лице промелькнула улыбка. И мне показалось. Нет, готов поклясться, что видел ее. Но как такое возможно? Образ застенчивой и скромной Лены никак не вязался с тем, что происходило сейчас. Что сказать? Что делать дальше? Я мог только на автомате вести ее, не останавливая ни на секунду, становящийся более и более странным танец. Семён! Семён, ты где? Голдан, что си... Как... Почему... Сапушка лес. Черт, как не вовремя. Семён! Это была Ольга Дмитриевна. Наверное, она беспокоится, потому что я уже давно должен был вернуться. И ведь можно было догадаться, что неутомимый вожатый бросится на поиски пропавшего пионера. Надо было ее заранее предупредить. Эх, что сейчас-то уже говорить? Лена вопросительно посмотрела на меня. Может, не стоит, чтобы нас видели вместе? Почему? Пойдем скажем ей, что все в порядке. Нет, давай спрячемся, а потом вернемся в лагерь. Странно, с чего это она? Ведь все так неплохо шло. Только что-то начало получаться. Вроде бы начало. Но вот что? Ладно, хорошо. Я не стал спорить, это было неуместно в данной ситуации. Ольга Дмитриевна покричала и ушла. Ну, пойдем, да. На обратном пути Лена не взяла меня под руку. Конечно, я несколько расстроился, но первым инициативу управлять не решался. Мы опять молчали, начинать разговор было не в привычках Лены, а я просто не знал, что сказать после всего случившегося. Всю дорогу она смотрела себе под ноги, сохраняя все то же выражение, как всегда. Какая же все-таки странная перемена. Или, скорее, странная была та улыбка на пристани и те слова Лены. На площади она остановилась. Ладно, мне пора. Да. Спасибо тебе за сегодня. Да. Лена развернулась и пошла в сторону своего домика, а я остался стоять на месте. Так что же это такое было? Этот танец, потом такая резкая смена настроения, а потом все как обычно. Как будто тогда, в то короткое мгновение, я обнимал совсем другую Лену. Да, тогда она просто... Она не просто была не похожа на себя, а казалась вообще другим человеком. Может быть, я просто плохо ее знаю. Ведь раньше было ощущение, что Лена, видишь, что-то скрывает под маской застенчивости. Впрочем, за пару дней понять человека до конца просто невозможно. Черт, что же делать дальше? Может, мне вообще это все привиделось? Я направился к домику вожатой.
Весь лагерь спал, так что меня вряд ли кто-то мог заметить. Да и что с того? Ну, гуляет пионер ночью один, эка невидаль. Когда уже почти дошел до двери, сзади послышался шорох. Так, зашуршали ветки сзади, диких животных вроде как не воют, значит, кто-то следил за мной. Ага, босочка тюрьма, и я никого не увидел, идти дальше бессмысленно. Он уже давно убежал, я вернулся к домику, в окне горел свет. Значит, она... кто же за нами следит? Мне кажется, это уже второй раз, да, было? Такая тема. Наверное, это Мику, потому что ее не было еще. Семен, где ты был? Как это где? Мы с Леной в медпункте сортировали лекарства, я же вам говорю, что пойду вечером. Да, когда это? И столько времени, к тому же. Да и я была в медпункте полчаса назад, закрыт, он свет не горит. Мы решили немного прогуляться. Я волнуюсь, они прогуляться решили. Ну, извините. В следующий раз предупрежу заранее. Уж постарайся. А теперь спать, уже поздно. Сегодня был трудный во всех смыслах день. Я слишком устал, чтобы размышлять о прошедшем вечером. Да и вряд ли в голову пришло бы что-то путное. И главное, совершенно непонятно, как на это реагировать. На Лену, на лагерь, на весь этот мир. И за прошедший день я практически не пытался искать ответа. Более того, всячески избегал этого, как будто возможная находка пугала меня. И Лена. Время, проведенное с ней, было куда важнее, чем все попытки вернуться в реальный мир. И я мог еще долго накручивать себя, пытаясь понять, что же сделал не так, а что не сделал вообще, но усталость взяла свое. И мы прошли, я так понимаю, третий день. На этом мы с вами остановимся. Собственно, я так понимаю, что мы абсолютно полностью пропустили концовку с Алисой, потому что как бы не согласились. Я проснулся от адского звона в голове. Сохранить, вот, хорошо. Собственно, на этом мы... закончим. Видимо, нам придется уже концовку с Леной получать, потому что, я так понимаю, это был вот важный момент, который, типа, определяет концовки. Я пока не понял, как построена эта игра, но я уже замечаю, что в некоторых ситуациях не дают выбор сделать, в которых как было бы очевидно, делать выбор или нет, что странно, вот. А пока, я думаю, на этом все. Следующая серия через неделю. Не забудьте подписаться на канал. И спасибо за ваше время. Всем пока.